Значит, в конце апреля была закончена департаментом ЖКХ проведенная ревизия всех гарантийных участков. Было выставлено, значит, 16 претензий 7 подрядным организациям по 58 участкам города. Это и улично-дорожная сеть, это и тротуары. Какие претензии были по данному тротуару? Это проливка швов и заделывание мест отбора проб. Мы их называем керны. Значит, на сегодняшний день все замечания выполнены. И по всем участкам, включая этот, по ПК «Гермес», все гарантийные претензии сняты. Да, работы выполнили мы в срок, как бы, но вот эти трещины, они неизбежны. То есть в процессе эксплуатации они проявляются, и то есть в течение хотя бы раз в год их достаточно пролить для того, чтобы они не расширялись дальше, и все. По улице Мира в позапрошлом году у нас подрядчик, это ПК «Асфальт», выполнял работы по ремонту данной улицы картами. Работы были выполнены в срок и надлежащим качеством. На момент приемки претензий у департамента не было. Но, однако, мы понимаем о том, что проходит определенное время и происходит определенное нарушение, особенно в стыках карт. Александр Иванович, в прошлом году была введена развязка Октябрьский-Раахи в эксплуатацию. Развязка очень нужная для города. Но мы знаем о том, что подрядчику были выставлены определенные претензии. На данный момент в основном все дефекты устранены. Осталось два участка. Это из ЗШК в сторону города перед мостом пешеходный. И второй участок, это где было вскрытие и ложили футляр. Там тоже нужно поправить. Данные работы будут выполнены чуть позже в связи с загруженностью и производством работ на других объектах. Все мы знаем, какие были сжатые сроки в период производства работ. Плюс частично нас температура подводила и с разметком, и с производством. Ну, в процессе эксплуатации началось разрушение полотна на стыках. Вот это устраняется.